Петроэлектросбыте заявляют, число жалоб на мошенничество с электросчетчиками увеличилось. Люди в форме монтеров энергосбытовых компаний предлагают жителям заменить приборы учета под предлогом их неисправности или истечения срока годности. Жертвами в основном становятся одинокие пенсионеры. В результате обмана они покупают далеко не самые современные счетчики по цене порой в 3 раза выше рыночной. Если вам незнакомый вам человек и говорит, что вам нужно поменять счетчик, или опустили в почтовый ящик какую-то бумагу, извещение о том, что замените счетчик, купите его у нас, пожалуйста, прежде чем отдавать деньги незнакомцам или обращаться в незнакомую вам компанию, дойдите до Петроэлектросбыта или позвоните по телефону справочного и уточните, действительно ли вам сейчас нужна замена счетчика. Сотрудники официальных организаций всегда предъявляют документы, удостоверяющие личность, и никогда не берут оплату наличными. Все операции идут по предварительной заявке и исключительно через кассу.